видно же, что куча старая, неубранная, давно здесь находится. Дорога не грейдирована, абсолютно не грейдирована. Было так громко объявлено, что все Абанское кладбище и вычищено совместно с предпринимателем, да, и частно-государственное партнерство. Но как мы видим, что наблюдаем вот за моей спиной, абсолютно одна из центральных улиц, ну просто не грейдировались даже, не убирались. Вот сейчас жду ответ, сколько финансирования было выделено на очистку кладбища и грейдирование, и сколько было финансирования частного лица, так скажем. Ну, вот так обманывать людей, это очень некрасиво, очень непорядочно. И еще, конечно, было громко прям заявление, что все кладбища города очистим, да, что от мусора, вот от старых венков, там, от памятников какие-то. Ну, мы прекрасно видим, что данное обещание, это, ну, просто, видимо, очередная ложь.